неожиданно. Мы берем произвольный треугольник. Проходим. Лучи, которые делят каждый угол на три равных угла. Получается в результате он правильный, но у меня на рисунке не очень правильно получился. Но, наверное, углы плохо поделил. В общем, если поделить все углы, ну да, конечно, вот так. Совсем. Если привести аккуратно, поделить углы на три, то треугольник, который здесь получится, он правильный. Равносторонний. Это называется теорема Морды. Доказательство, которое я хочу рассказать, придумал известный математик Джон Конвей, который придумал игру жизни. Доказательство получается достаточно простое, но в нем, конечно, есть некий трюк. То есть, главное, непонятно, как это доказательство придумать. Вот это остается не очень понятно. Ну, я буду доказывать, ну, на самом деле, там, доказательств теоремы Морды разных много, и они в основном действительно идут таким вот путем. Что доказывается не непосредственно этот факт, а другой факт. Мы считаем, что есть, ну вот пусть нам задан треугольник с углами там альфа, мы начинаем с правильного треугольника. Ну и каким-то образом строим треугольник, у которого будут углы, соответственно, альфа, бета и гамма, а все эти уголки будут равны. То есть строится подобный треугольник. Ну и этот подобный треугольник строится следующим образом. Вот у нас есть правильный треугольник. Только давайте я для того, чтобы обозначения были покороче, я буду считать, что у нас не альфа, бета, гамма, а три альфа, три бета, три гамма. Ну, потому что, значит, все время придется делить на три. Давайте будем считать, что углы три альфа, три бета и три гамма. То есть альфа плюс бета плюс гамма. Это сколько у нас? 60, да? Мы берем правильный треугольник и строим треугольники. Сейчас я по-другому нанесу его, чтобы там положено. Вот это правильный треугольник. Согласно 60 градусов, 60 градусов, 60 градусов. И построим давайте вот такие вот 50 градусов плюс альфа, 60 градусов плюс гамма, ну и здесь, соответственно, остается у нас
Ну, то есть, вот, скажем, принцип такой, вот у нас угол альфа, и вот как бы ближний к нему уголки, это 60 высот. Вот угол бета, и ближний к нему уголки 60 высот. Так, и что, собственно говоря, нам остается доказать? Нам остается доказать, что если мы так вот проведем, то получится здесь уголок альфа, здесь уголок бета, ну и там уголки гамма. Это вот то, что нам надо доказать. Если посмотреть на это дело чуть-чуть по-другому, нам нужно доказать вот что. Давайте отразим этот треугольник относительно вот этой вот стороны. Получим тут угол 60 градусов плюс альфа, 60 градусов плюс гамма. Отразим этот треугольник. Этот треугольник отражаем относительно, ну, симметрия, переворачиваем так. То есть этот угол 60 градусов плюс бета, этот угол 60 градусов плюс гамма. Бегая вперед, я хочу сказать, что на самом деле тут надо два случая рассматривать. Вот тот, который я нарисовал, вот когда отразились они, между ними как бы зазор, да? Они отразились вот так вот, наоборот, из перекрестка. Но этот случай я тоже сейчас тоже разберу, но не все сразу. Давайте сначала вот эту ситуацию. Ну и, конечно, может в случае, когда они там не зазоры, не перекрестки, а просто все. Просто эти два отрезка совпадают. Ну и что мы хотим доказать? Что, собственно говоря, нужно доказать? Нужно доказать, что картинка не такая вот, как здесь нарисована, не изломанная. А на самом деле все вот это вот прямая. Собственно говоря, вот это нам надо доказать. Ну, понятно, что это угол альфа, это угол бета. То есть если мы докажем, что никакого слова нет, а идет прямая, то мы все докажем. Но это несложно доказать. Ведь смотрите, эти же отрезки равны. Значит, этот треугольник надо делить. И уголок легко посчитать. Вот если это x, то получается, что x плюс, ну тут, значит, 300 градусов, получается x плюс 300 градусов плюс 2 альфа. Равно 360 градусов. То есть x это 60 градусов минус 2 альфа минус 2 бета. Углы при основании этого равнобедренного треугольника, это получается 180 градусов минус x пополам, это получается 180 градусов минус 60 градусов плюс 2 бета
альфа плюс бета это 50 минус да. То есть это равняется 120 градусов минус да. То есть вот эти вот углы это 120 минус да. Это t. Ну, соответственно, в сумме с этим они составляют 180 градусов, то есть это действительно получается прямая. А если все, ну, если все получается с перекрестом, как вот здесь, то ну, я не буду проводить вычисления, тут, в общем-то, они аналогично проводятся. Вместо x, вместо 60 минус 2 по минус 2 бета получается 2 по минус 2. Плюс 2 бета минус 60, но и все углы тут так. Вот эти вот углы легко вычисляются. Я еще хочу заметить, что вот в случае, когда x равен нулю, то есть у нас после отражения получается, ну вот нет ни зазора, ни перекрытия, а получается такой перпендикулярчик. Это случай соответствует углу 90 градусов. То есть когда гамма равна 30, то есть вот тогда этот угол прямой. Если этот угол прямой, то вот после.